Привет всем! Сегодня я приготовила вот такие голубцы из пекинской капусты и с куриным фаршем. Вот такие вот красивые. Также я приготовила еще такой рыбный суп. Уха я не могу назвать этот суп. Вот, просто рыба здесь, перловка, кстати, картошка, лук, морковь и зелень. А, кстати, варила я из карпа этот суп. Приготовила еще немного вот такого салата из свеклы с чесноком и с майонезом. Приготовила вот такой салат. Здесь пекинская капуста, помидоры, болгарский перец, зеленый лук и кинза. Посолила, поперчила и заправила майонезом. Сварила сегодня вот такой красный борщик с пекинской капустой. У меня много ее было, мы купили много капусты пекинской. Вот она начала вянуть уже, мы не успеваем ее съесть. И вот я решила сварить с ней борщ. Я уже как-то делала так, вот нам понравилось. Ну, практически такой же борщ, как с обычной капустой, только она немного нежнее, чем белокочанная капуста. Сегодня у детей на обед плов из курицы и помидорчики.